22 рубля за одну поездку в автобусе. Именно столько начнут платить красноярцы в конце октября. Новый тариф утвердили сегодня на заседании правительства. Глава профильного министерства Сергей Еремин напомнил, что ведомство с просьбой пересмотреть стоимость проезда обратились более 50% перевозчиков. Действующий тариф 19 рублей за поездку установили в декабре 2013 года. Как объяснил министр транспорта, за это время выросли в цене энергоресурсы, произошли изменения в сфере страхования, увеличилась заработная плата сотрудников. Ссылаясь на эти и другие аргументы, перевозчики просили поднять стоимость проезда до 34 рублей. И, произведя необходимые расчеты, специальная комиссия приняла решение, что обоснованным тарифом будет 22 рубля за поездку. Проезд по транспортной карте составит 21 рубль. Тариф на пересадку в течение полутора часов будет равен 19 рублям. Цена поездок для льготников останется прежней. Кроме того, министерство прорабатывает дополнительные возможности для красноярцев, которые часто пользуются автобусами. С вводом тарифа два дополнительных тарифных плана появляются. Это 70 поездок по цене 20 рублей. И 40 поездок по цене 20 рублей 50 копеек. То есть это минус 2 рубля от тарифа за наличный расчет.